Добрый вечер, дамы и господа. Братья Аноэ, вы сегодня позвали меня в качестве вашего клоуна, очень приятно. Меня зовут Маркевич, дорогие друзья. Давайте, чтобы парни были более спокойными. Самый главный парень сегодня только один из двух братьев. К сожалению, сегодня так. Итак, чтобы этот парень был абсолютно спокоен, мы должны показать ему, что мы рады видеть и рады слышать любую ноту, любой бемоль или диез, нас все устроит. Давайте поэтому поприветствуем самыми теплыми аплодисментами в истории второго этажа клуба Алексея Козлова. Подожди, Александр, подожди. Нет. Я же должен выполнить свою функцию. Так, давайте еще раз. Саша Аноев, которого сегодня большой праздник. Сегодня день рождения у парня. И, конечно же, его брат, который всегда поддерживает во всех начинаниях. Они должны почувствовать максимальный комфорт сегодня за своими инструментами. И все, кто будет сегодня подниматься на сцену. Поэтому еще раз. Все, кто пришел сегодня на компанию Аноев Ковчег, миксом ночи! Саня, все устраивает? Устраивает? Нормально? Хорошо. Ну, раз Саша уже на клавишах, Женя на барабанах. И сразу же под ваши аплодисменты еще один музыкант. Парни имеют много друзей в музыкальном бизнесе, у них большие связи. Парни наработали хорошие связи. Саша очень такой общительный паренек, очень сегодня стесняется. На самом деле он очень талантливый парень. Отличные ноты уже пошли, уже музыка, друзья. Первые аплодисменты могут звучать сегодня. Под вашим аплодисментом, господа, Анатолий Тикучок, лучший микрофонист в истории российского микрофонного мастерства. Make some noise! Я пошел. Если нужно, что-то... А, и, конечно же, я хочу позвать нашего друга Василия. Все-таки, да, мы долго обсуждали, пускать ли его на сцену, все-таки решили, что можно. Думаю, знакомый. Виктор Шестак, дамы и господа, под ваши бурные, громкие аплодисменты. Человек, у которого более красивая борода, чем у меня, появляется на сцене, поэтому я пошел. Все, спасибо. Я прошу прощения за большие технические изменки. У нас есть некоторые. У меня красивый голос, кстати. Но у Саши лучше. Потому что у Саши сегодня день рождения. Саш, поздоровайся со своими гостями. Скажи, что рад. Нет, так не пойдет. Всем привет! Скажи, что ты рад их видеть. Ну, ты как мучились там, как занимались. Спасибо, что все пришли. Александр Аноев, дамы и господа. С Божьей помощью Аноев Ковчег сюда отправляется в плавание. Все, да? Хватит разговаривать. Музыка.
Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, спасибо. Большое спасибо, что вы сегодня пришли на этот замечательный праздник. Это не просто концерт, это день рождения Александра. И вы заметили, как значительно лучше играют музыканты, чем на обычных концертах. Конечно же, лучше. Гораздо меньше ошибок, и некоторые даже выучили наизусть партии. Да, и, Саш, я тебя поздравляю, вот уже без всяких шуток, с днем рождения. Ты молодец, очень хорошо играешь. Но, несмотря на это, есть еще чем подзаниматься, расти, тебе расти. Нет, серьезно, я играю с Сашей уже в эти игры второй год, и мне очень нравится, как он владеет этими инструментами, и просто я рад нашему сотрудничеству вместе с Женей, с Витей. Отличные парни, отличные страны, ну похлопайте. Ну, конечно же, что музыкант может музыканту подарить? Только музыку. И сегодня вот... И сегодня все пьесы, которые мы исполним, которые написал я, Саш, я дарю тебе. Каждое свое соло, каждую ноту, каждый диез, каждый бемоль. Декаров не даю. Раз, два, три. Кто-то сказал, кто-то... Да говорит. Я сказал. С авторскими правами ты даришь, как бы мы все... Так, авторские права отдельно обсудим. Я жду сегодня. Так, продолжим. Не будем отвлекаться. Ребят, посерьезнее можно как-то? Праздник сегодня. Дело серьезное. Первая композиция называлась «Мутабор». Мутабор, все знают, что такое мутабор. Кто знает, что такое мутабор? Никто не знает, что такое мутабор. Вот Антону все понятно. Сейчас он расскажет. Мухомор, говорит. Но он недалек от истины. Мутабор – это такое слово, которое говорит человек, когда вдыхнет порошок, превращается в животное. Для того, чтобы... Шер уже вдохнул. Ну, про какой порошок ты подумал? Это на самом деле детская сказка. Детская сказка. Называется «Халиф Аист». Там есть такое слово «мутабор». Вдыхаешь порошок, потом, чтобы вернуться обратно из животного состояния, говоришь «мутабор», да. Все как в жизни. Да, «мутабор». Следующая пьеса, которую мы исполним, которая сегодня звучит для вас и для Александра, называется «Indigo Dance». Thank you.
большое спасибо. Ну и... Да, мы еще не заканчиваем, мы продолжаем. И в заключение вот этого сета, который со мной происходит, мое поздравление, композиция, которая называется «November Charlie». «November Charlie» — это сигнал бедствия. Агрессивная концовка такая. Бедствие, но оно такое же, понимаете, бедствие. Праздничное. Thank you.
Анатолий Тикучев, дамы и господа. Мейсон Толкок и Нужи! Еще раз я поздравляю Александра с днем рождения. И сейчас на сцену выйдут... Кто? Сейчас? Все скажу. Я здесь для этого сегодня гонорар. Сань, по гонорару народ. Сань, погоди, перед тем, как ты сейчас уйдешь курить или что-то, маленький момент. Сань, не уходи, пожалуйста. Да? Сейчас мы всех позовем, все скажем. Саш, вот я хотел отдельно порадоваться за тебя. У тебя очень красивая публика, это очень важно. Потому что, что бы ни говорили музыканты, типа не для себя, нет. Нам очень важно видеть красивых людей в зале. Поэтому я хотел бы, чтобы вы аплодировали сами себе. Вы очень красивые люди, и это очень важно. Это очень важно. Дело в том, что у вас в глазах есть вещь, которую я не часто вижу в глазах людей. Называется интеллект. Вы люди, которые хорошо разбираетесь в джазе, в соуле. Для вас такие имена, как Ахмад Джамал или Талониус Монк, это не пустые слова, или там Алла Пугачева. То есть вы разбираетесь в джазовой музыке. И, Саш, вот один нюанс есть маленький. Я когда бываю в Нью-Йорке, один нюанс. Я понимаю, у нас холодная страна, у нас на улице не очень приятно. У нас вчера выпал снег, а вчера был в Кирове, а я бываю в Кирове. Выпал снег, и там... Спасибо. Саша, она, день рождения сегодня. Вот, и у нас очень холодно и грустно. И, в принципе, так складывается, что людям на концертах... Мне нужно некоторое время, чтобы понять, что можно вслух выражать свои эмоции. Я же знаю, что вам все нравится. Поэтому одна маленькая просьба. Если вам что-то нравится, какая-то нота, какой-то звук, не стесняйтесь, кричите, хлопайте в слабую дольку, только не на раз-три. Это очень важно, иначе парни обидятся. Поэтому, если вам что-то нравится, обязательно вслух, обязательно громко реагируйте. У нас же сегодня праздник, дамы и господа. И тогда будет самый опасный день рождения в истории. Это первая доля сейчас была, да? Раз. А вы репетируете в слабую, да? Здесь все знают, здесь не надо объяснять. Обычно на концерты приходится объяснять, где 2 и 4, но вам не надо, вы-то профессионалы. Саша уехал? Да. Ты будешь играть сегодня? Да. Так, ладно, пока, дамы и господа, вот давайте посмотрим, как вы поняли мои слова. Под ваши аплодисменты хочу позвать сюда господина Антона Боева. Make some motherfucking noise. Дамы и господа. Нет, Я говорю, я понимаю, что у нас холодно. Давайте еще раз. Антон Боев, дамы и господа. День рождения, Саша Боев. Амон Ковчег, отправляйте плавание. С Божьей помощью. Давайте веселиться. Это праздник, это день рождения. Сашка, все для тебя сегодня. Нормально? Сашка. Саша мой друг. И Саша бывает в Нью-Йорке, да? Ну, на толстовке написано просто Нью-Йорк Сити, если вы можете видеть. Нью-Йорк Сити. И в Кирове тоже Сашка бывает. И в Кирове. На майке это не написано, но это написано в его глазах, все.
Вообще мне Саша сказал, что надо что-то говорить. Что-то красивое сыграть. Но я так не думаю. А за уши его кто-нибудь подымал? Наша пьеса следующая называется «Детство золотое». В нем оно тоже есть. Это главная черта творческих людей. Thank you.
плакали. Нас за столом обсуждали просто и плакали. Thank you.
Сейчас мы позовем Макса Дурова сюда. С его тромбоном. Меня просили сказать, что ребята знают Макса уже много лет. А именно сколько? Женя, сколько лет вы знаете Макса? 16 лет, дамы и господа, длится эта музыкальная дружба. А где? Вот, конечно, атмосфера за... Давайте остаемся, да? Ты остаешься. Был, есть и будет. Был, есть и будет. Мы с Максом познакомились в августе. Да, ребят, видите, надо отпустить, он просто опаздывает на автобусе, на метро. Последний поезд у него ходит на ветке, рано закончил ходить. Да, у нас заводится микрофон, это плохо. Это мой заводится? Или трубача заводится микрофон, Максима Дурова? Саня, ты как? А, я пока заполняю, я понял. Макс, а что вы сегодня сыграете для нас? Какую композицию? Танец счастья, дамы и господа, слышим. Dance of happiness. Танец счастья, дамы и господа, прозвучит для вас. Ты станцуешь нам танец счастья? Или Женя станцует нам танец счастья за барабанами? Дамы и господа, Александр Аноев!
Ты блюзы закапываешь, да? А теперь мы с Аняну пьесу сыграем, которая называется «Троя». Или «Троя». Она была написана очень давно, и только благодаря этой пьесе Сашу выпустили из института. Позволили ему уйти все-таки. Сейчас ребята выучат просто вещь. Я здесь, Сашка, все нормально. Я на первом этаже, на самом деле. Просто сложные штрихи, там есть ребят, поэтому пока... Надо повторять то, что сейчас показали. Thank you.
Дамы и господа, это Аноев Ковчег в здании официально. Аноев Ковчег. Дамы и господа. Саша, Ковчег, да? Хорошо, дамы и господа, а теперь Саша просил передать. Если что-то еще просил передать, подождите. А, хорошо. Я не могу сказать то, что просил передать Саше, потому что это конфиденциальная информация, тем более в день рождения. Но пока Саша вот занят, ноты пишут там, так сказать, если вы понимаете, о чем я. Дамы и господа, сегодня с нами еще и вокалисты присутствуют в здании. Или как правильно, певец или вокалист, как приятнее будет. В общем, Шер Остен, дамы и господа, сегодня здесь с нами. Официально, официально. Официально? Хорошо. Очень официально. Добрый вечер. Извините за вот это вот все. Какой микрофон мне? Вот этот или этот? Этот? Настоящий. 1-2. Спасибо. Пока, Саша, немножко холл можно прибрать. Спасибо. Саша немножко занят. Хочу рассказать историю о том, что... Это небольшая история. Не буду занимать много времени. 2003 год, по-моему, да? Жень, ты здесь? Третий или четвертый? Какой там год? По-моему... Нет. Почему? Четвертый год, да. Значит, такое было замечательное место. Сейчас таких мест уже вообще нет. Уже несколько лет. Вот. Мы там играли, и там я познакомился с ребятами. Вот. В отличие от всех других, с кем я познакомился, там... Да, казино это было. Сейчас нельзя такие вещи говорить. Значит, как-то сложились так приятно отношения. И мы уже много лет дружим, чему я очень-очень рад и благодарен, что в моей жизни есть такие люди, как Саша. Вот, здесь он сидит, сейчас он придет скоро. И с тех пор мы играли много музыки, разной, совершенно разной музыки играли. Ну, что самое интересное, мы начинали с джазовой музыки. Вот мы там были молодые совсем, думали, что умеем играть джаз. Ну, по крайней мере, ребята умели играть джаз, а я еще немножко думал, что умею. Ну вот, да. И песни, которые сейчас мы исполним, первый раз вот вообще прозвучало в исполнении как раз-таки нас с ребятами. Это аранжировка, наверное, уже, не знаю, пятая или там седьмая, но неважно. В общем, родилась эта аранжировка именно вместе с Сашей и Женей. Вот, потом уже подключились наши соратники, друзья. Да. Песня называется «I Feel You Love». Плейбэк сейчас будет, господин звукорежиссер, немножко. Да. Спасибо большое. Извините, что меня не было на саундчеке. Дорогие друзья, вообще, вот очень-очень приятно видеть вас здесь на дне рождения моего друга. Саня, с днем рождения тебя! Давайте поаплодируем! Вот. Ну вот такая песня. Поехали, да? Готовы? Да, вот вообще... Наступает такой момент, когда уже начинать и нечего сказать. Вот, поехали, да. Готово? Женя, готова? Поехали. Надеюсь, что слова не забуду, да? Поехали. Ложная тревога.
Спасибо. Можно немножко монитор? Друзья, плейбэк у нас не сработал. Ну ничего страшного, да? Друзья, вот у нас есть... А ты не хочешь, чтобы я пел? Вот такая вот очень интересная будет песня. Именно та песня, которую ты знаешь. Друзья, вот я думаю, что название следующей песни как раз-таки очень подходит для того, чтобы описать, что было однажды. Вообще, все, что было однажды, никогда не забывается. Все, что бы это ни было. For Once in My Life – это одна песня... Песня из нашего джазового репертуара, которая наш проект маленький, называется Golden Jazz. И несколько произведений мы сейчас исполним для вас в таком малом составе, но скоро у нас будет большой состав, Big Band. Вот, чем мы, в общем-то, гордимся. И сейчас прозвучит песня, которая в версии Тони Беннета. Вот надеюсь, что у меня это получится сделать, если еще чуть-чуть погромче сделать микрофон. Спасибо. Саня, for once in my life, мы ждем тебя. Поехали. Танцевать и хлопать. Вот такой экспресс. Экспромт и экспресс. Поехали.
такой, знаете, я такой Тони Беннет сейчас такой, в роли Тони Беннета. Thank you.
Вот так вот, общаются музыканты, когда надо что-то сыграть вот так. Микрофон туда. Просто заказ поступил. Да, Юр, касай. Саш, ты сегодня день рождения. Сегодня у Саши день рождения. Давайте еще раз поздравим. И вот мы вообще... На слабую долю. Макс, мы приглашаем Макса торжественно, да. Макс Дуров, ladies and gentlemen, official in the house right now, yeah. 16 лет уже длится игра. 16 лет. Самый гнесенький еще. Снизов, созов, так сказать. Снизов, созов. Это очень хорошая песня. Ну вообще так, конечно так. Можно петь, да? Сань, ты прям вот так вот сразу прям можешь, да, вот так играть. I'm sitting on a rainbow. Got a string around my finger. What a world, what a life I can love. I've got a world on a string. Такое бывает тоже, да. I got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. Got a string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. Solo down. Thank you.
It's a beautiful thing. As long as I hold you on the string, I've been singing so and so. Thinking you'll never go. I've got a world on the string, I'm sitting on the rainbow. Got a string around my finger. What a life I'm in. Look. Чем Ашман, ladies and gentlemen! Такого джаза еще нет. Спасибо большое, друзья. Еще раз, Саня, с днем рождения. Давайте Джонсон поаплодируем вместе. Саню, пожалуйста. Вот так вот я. Еще присоединиться. Спасибо большое, друзья. Дамы и господа, это был Шер Остен. Неофициальный, абсолютно неофициальный, под прикрытием. А теперь гвоздь программы, дамы и господа. Саш, подожди. Дайте немножко штангу, да? Это все, конечно, здорово, но теперь Саня уезжает, видимо, да? В общем, теперь самое интересное, самое главное, все-таки сегодня у Саши день рождения, может кто-то пока не понял. Парни остаются вдвоем, их покидают все, кто был с ними все это время, но не навсегда, а только на две песни. Но парни будут играть авторский материал, а это самое ценное, что есть у музыканта, как вы понимаете. И перед тем, как они сыграют, хотелось бы, чтобы вы еще раз продемонстрировали свою любовь к тому, что они делают, потому что для музыкантов, для нас, музыкантов, это очень важно. Поэтому для Александра Аноева. Ваши аплодисменты, день рождения, Александр Аноев, записи. На басу сегодня будет играть живой человек, но в записи. Может, кто-то знает из вас это имя, это Том Кеннеди. Он будет звучать сегодня в записи. Женя нажмет пробел и зазвучит Том Кеннеди на басу. Если Саша не возражает, он мог бы сыграть тоже, собственно. Если не против, Саша, не хочу ни в коем случае давить на тебя, конечно, потому что твой выбор, твое право. Женя сказал две песни, и мы заканчиваем. И Давида нету. А, сами заканчивают, да? Так, ну, дамы и господа, Александр Аноев, Евгений Аноев, Аноев Ковчег. Поехали. Все, мы с Сашей все обсудили, все хорошо. Thank you.
А Ноев Ковчег, дамы и господа. Дамы и господа, Том Кеннеди, бас-гитара, Евгений Аноев, ударные инструменты, Александр Аноев, клавиши. Аноев Ковчег, hell yeah! День рождения, праздник! Серьезная музыка. We'll be right back.
господа, Амаев Ковчег, Александр Амаев, Евгений Амаев. Одну важную вещь хочу сказать перед тем, как все закончится. Очень важную вещь, которую хочу сказать. Я хочу кое-что пожелать. Я надеюсь, что все присоединятся в этом зале. Помимо всех пожеланий, здоровья, счастья, успеха, все очень важно. И все это будет у Сашки и у Жень. Ну, как бы сейчас самое главное. Скоро должен выйти альбом. Я хочу, чтобы все в этом зале пожелали искренне, чтобы он вышел как можно быстрее, и чтобы этот альбом получился идеальным, дамы и господа. Сами. Лично от меня, день рождения. Каждую секунду, которую я с тобой играю, это очень кайфово. Александр Ноев, дамы и господа, Ноев Ковчег. Официально, официально. Сами. Пару слов. Они все пришли к тебе сегодня, Саша. Все к тебе сегодня. Он не хочет, он стесняется, но... Ну, я просто скажу спасибо, и все. Я всем лично. Александр Ноев, дамы и господа. Официально.